Представители всех 34 муниципалитетов Приморья съехались во Владивосток, чтобы научиться привлекать инвесторов. Обучающий семинар для них организовали специалисты инвестиционного агентства Приморья. Муниципальных чиновников учат, как грамотно презентовать бизнесменам преимущества работы в особых экономических зонах Приморья. Рассказывают, как наполнить сайт муниципалитета интересным контентом, а также дают советы, какие муниципальные нормативно-правовые акты нужно изменить для снижения административных барьеров. По мнению специалистов, инвестиционный климат можно сделать лучше, если вовлечь бизнесменов в обсуждение законов, которые касаются как раз бизнеса. У муниципалитетов возникает много вопросов. Мы готовы поделиться своим опытом, поставить задачи, определить, каким способом можно добиться существенных результатов. То, как муниципальное образование встретит этого инвестора, какую консультационную помощь окажет, как покажет инвестиционные площадки, как представит те льготы и преференции, которые существуют в Приморском крае, зависит, придет и останется этот инвестор на территории, или он уйдет в соседние регионы, например, Хабаровский край или Амурскую область.